Да, вот рядышком, вот. И весь мусор летит прям к нам в огороды. Они вот не убирают. До Нового года вот такой завал был. И после Нового года один раз убрали. А вот этот крупногабарит вообще подвинули, он засыпали, видите? Они его вообще не вывезли. А расчетки приходят по 700 и больше рублей. Это же вообще можно золотиться на такую сумму. А где их уборка? Где? А если приедут они убирать, они только вот это вот как вот уберут баки. А вот это так и будет валяться, так и будет раздуваться. Вот вам и компания. Отгремели новогодние праздники, и жители в социальных сетях даже в праздничные дни выкладывали фотографии состояния мусорных контейнерных площадок возле своих МКД. На что региональный оператор в своих официальных пресс-релизах отмечал, что трудности с вывозом мусора связаны с подъездом к мусорным площадкам, с невозможностью подъехать к специальной технике. И вот сейчас мы находимся на улице Ломоносова, как видим. Подъезд здесь ничем, ни снежными заносами, ничем не ограничен, но вот состояние, сами видите, какое прекрасное. И если по улице Ломоносова можно сказать, что, например, это частный случай и другая ситуация совершенно по городу, ну вот мы сейчас находимся на улице Вольской, перекресток Чернышевского. Также есть подъезд к мусорно-контейнерным площадкам, но мы, как видим, люди здесь должны собирать пакеты со своих дворов, которых разносит ветер и непогода. И если общая ситуация по вывозу мусора в частном секторе понятна, то что же у нас в МКД? Вот сейчас мы как раз находимся и на Ленина 60. Ничего не поменялся. Основные все-таки сигналы поступают именно с островной части, с жилгородка, начиная от улицы Факела и вот в сторону Дзержинского. Это больше всех проблем. Здесь, конечно, следует сказать о том, что проблем именно к доступу к контейнерным площадкам их нету. Лично объезжал, смотрел, то что такой проблемы нет. Я думаю, что здесь проблема заключается именно в подрядчике. Поэтому мы со своей стороны будем обращаться к региональному оператору, чтобы какие-то контрдействия со своей стороны он предпринял, чтобы все-таки наладить работу. По имеющейся у меня информации, проблема просто элементарно заключается, что там две машины всего работают по вывозу мусора, их явно недостаточно. Здесь надо будет усиливать региональному оператору именно материальную часть, базу, для того, чтобы осуществлять в полном объеме свои полномочия. Ну, естественно, хотелось бы, конечно, тоже, чтобы особое внимание региональный оператор обратил именно на контейнерные площадки, потому что в некоторых местах явно видно то, что убирается контейнер, но остается вокруг куча мусора. Естественно, сейчас, чтобы не получилось так, снег сойдет, и там получится некрасивая ситуация. Эту ситуацию надо исправлять уже сейчас.